Есть один замечательный социальный мыслитель, великий социальный мыслитель 20 века из Германии, Никлас Луман. Он дал потрясающее определение, что такое сила власти. Власть тем сильнее, чем больше степеней свободы она в состоянии дать обществу. Наша власть фантастически слабеет, слабеет на глазах. И она пытается это компенсировать вот этой игрой мускулами, размахиванием гаечными ключами, сованием этих гаечных ключей куда ни попадя, с желанием что-нибудь закрутить, и тем самым она восстанавливает общество против себя и ускоряет свой крах.